продолжение той самой войны с кибедистом! Мне кажется, что продолжение будет капец какое эпичное! Ты же помнишь, что было в прошлых сериях? Ага, там у нас появились новые титаны и вот этот вот новенький чубзик! Ага, который просто вас всех выносит как нубиков! Не переживай, Сёма, мы конечно же сейчас это исправим, и этот чувак сейчас точно получит леща! Ага, и наши титаны ему в этом помогут! Осталось только проверить, правы мы или нет! Нет, Кобик, осталось еще поставить лайк на это видео! И он вдруг, он уничтожил наших титанов! Борис, подожди, он его просто немного подорвал, но я думаю, что это ненадолго. Чё они вообще творят? А, Кобик, мы почти что его уничтожили! Нифига подобного! ТВ-менчик спас нашего титана! Фух! Это он, конечно, вовремя! Да, но только этот гигантский скибидишник просто в несколько раз больше него! Кобик, не ссы! У нас тоже есть один гигантский титан! По размерам они, конечно, плюс-минус одинаковые, но я думаю, то, что наш чувачок, конечно же, намного имбовее! Правда, у него, походу, чуть-чуть сломался телевизор! Ага! Нужно его срочно починить! А мне кажется, что чинить ничего не нужно, потому что мы сейчас и сами возьмем и добьем вашего чувака! Ёк-макарёк! У него что, в руках есть настоящие мечи? Как они вообще туда залезли? Кобик, я сам не понял! Это какое-то читерство! Нет, все так и было задумано! Это наши секретные разработки, которые сейчас уничтожат вашего босса! Ёк-макарёк! Мне кажется, что ему было очень больно, и сейчас больно станет этому скибидисту! Ага, мы просто обязаны его уничтожить! Давай сразу это сделаем! Ну все, чувак, ты дорвался! Я думаю, что сейчас меня просто возьмут и взорвут! Офигеть, как тут все эпично происходит! Ага, битвы таких гигантских боссов мы еще не видели! Кстати, ты заметил то, что у него сбоку есть цифра 2? Где-то мы такое уже видели! Кобик, эту двойку мы видели у Скибиди ученого 67-й серии! Пол, точняк! Да это же та же самая цифра, которую мы только что с тобой видели! Ага, получается, что это небольшая отсылка к оригинальному сериалу? Да, только есть одна очень малюсенькая деталь! Это еще какая? Да просто видосик, который мы сейчас смотрим, у нас, оказывается, вышел 2 месяца назад! Оригинальная серия The Fact Boom'а 1 месяц назад! Чего, блин? А как такое вообще возможно? Я сам не знаю, возможно, до этого тоже где-то у нас была такая же цифра 2, но я такого вообще не припомню! Офигеть! Кажется, автор этого видосика что-то знал? А что, если это и есть настоящий The Fact Boom? Просто его второй канал, и это его вторая мультивселенная скибидистов? Не, Кубик, мне кажется, это какой-то фейк. А мне кажется, надо поставить лайк, как этот спикерменчик. Мы, конечно же, прямо сейчас это сделаем. А еще не забудь скинуть этот видосик своим друзьям, потому что он реально капец какой эпичный. Ага, нажми на кнопку поделиться. Ну а мы сейчас возьмем этот джетпак. Стоп, что он делает? Он его просто сейчас нацепит на спикера. Воу, они что, теперь сами друг друга чинить могут? Такого поворота я не ожидал. На руке у него была настоящая ТВ-вумен, а здесь есть гигантский скибидист, которого мы сразу же смыли. Стоп, это Вантусмен ТВ-мен? Чего нафиг? Походу, это какая-то мини-копия ТВ-мена Титана. Офигеть, у него сзади есть даже такие же шипы. Чего, блин? Я такого даже не ожидал. Это сейчас реально было что-то очень необычное. Так, мы видим очередную битву, где скибидишники, конечно же, проигрывают. Кобик, не переживай, это ненадолго. Тёма, мы даже не забыли поставить лайкосик. Воу. Кажется, большого спикера куда-то унесло. Ха-ха, это сделал мой череп-скибидишник, а другие черепы просто вылезли прямо из земли. Окей, тогда наш Вантус ТВ-мен сейчас с ними разберется. Он уже активировал свой телевизор. Ага, и с помощью своего свечения он сейчас всех размотает. Но туалеты, конечно же, смоет своим Вантусом. Это же вообще капец как круто. Ага. Только кажется, мой скибиди-череп немножечко побольше. А значит, он его сейчас просто втоптает в землю. Не, Сёма, ты ошибаешься. Наш чувак просто успел тпкнуться. А, сгасился опять, да? Нет, он просто немного увернулся. Стоп, что? Что он делает? Кобик, походу этот спикер оказался на стороне скибидистов. И чё, он просто решил нас оглушить? Это было очень больно. Ха-ха, Кобик, и так будет с каждым. Теперь мы абсолютно всех переманим на свою сторону. Ну, во-первых, у меня есть такое предчувствие, что у вас нифига не получится. А во-вторых, мы вам, конечно же, этого не дадим сделать. Ага, мне кажется, что у вас нифига не выйдет. Стоп,
чё, блин? Они тоже заражены! Офигеть! Только не говорите, что еще заразили и Титана! Ой-ой-ой, что они делают? Ага, Губик, я же говорил, что мы сейчас всех заразим! Ой, кажется, ваш спикер тоже на нашей стороне! Окей, это ненадолго! Мы его сразу же бабахнули, и это сделали наши новые Титаны! Офигеть, такой-то вумен я еще не видел! Ага! Она вообще пришла вовремя! И всех наших остальных чуваков тоже нужно, конечно же, вылечить! Стоп, я не понял, она что, просто их всех взорвала? О-о, это было плохо! Так, чуваки, ну все, соберитесь! Йок, Макарёк, походу этого необычного фотоаппарат Мэна проткнул в скибиди-туалет! Ага, этот ободок унитаза находится прямо внутри его тела! Я даже не представляю, насколько ему сейчас больно! Копик, сейчас его боль мы немножечко уменьшим, просто его переманим на свою сторону и взорвем! Йок, Макарёк, это было неожиданно! Ага, а я, конечно же, это ожидал! Стоп! Опять зеленое свечение! А вам это ничего не напоминает? Стоп! Только не говорите, что это все организовал настоящий дефак бум! Нет, Кубик! Он не может это сделать! Это, мне кажется, скибидисты просто получили доступ к зеленому свету! Окей, и нужно этот зеленый свет из них как можно скорее выбить! Но, блинский блин, больше всего напрягает то, что спикеры все тоже на его стороне! Не ссы, Кубик, мы сейчас из них всю эту дурь, конечно же, выбьем! Ну все, мы начинаем это прямо сейчас! ТВ-мен Титан своим телевизором сейчас, конечно же, спасет этого спикера! Чувак, давай! Мы должны как можно скорее достать из него этот вирус! Кубик, это вообще-то не вирус! Это мы его просто так запрограммировали! А, угу. Кого ты пытаешься обмануть? Вы просто подселили в наших спикеров настоящие вирусы! Я в этом уверен на все 100%! Ну ладно, ошибайся дальше! Блин, Кубик, смотри! Как-то много зараженных спикерменов! Да, Борис, это очень плохо, и нам нужно срочно это исправить! И походу Титаны это решили сразу сделать! Ага, они сейчас уничтожат этих спикеров! Йок, Макарёк, а вот эта нога какая-то слишком гигантская! Это кто еще нафиг такой? Это, походу, увеличенный Титан ТВМН! Ой! Его чё, проткнули? Да, это сделал мой скибиди! Красава! Подожди, у него чё, теперь еще и голова умеет летать? Ну да, мы немножко украли технологию у ваших ТВ-менов. Чё-то мне кажется, то, что в этой вселенной скибидисты какие-то слишком сильные. У вас нет такого предчувствия? Ха-ха, у меня есть. Они вообще красавчики и точно сильнее всех ваших агентов. Ой-ой-ой, походу еще и заразили этого Титана. Кубик! Нам хана! Мне уже не терпится посмотреть, что же будет дальше в этой вселенной! Борис, не переживай, мы прямо сейчас это узнаем! И походу этот чувак реально все-таки заражен! Не, Кубик, мы просто объединили нашего и вашего Титанов! Офигеть, это только что был агент с черепом вместо камеры? Ага, это очень печально! Так, подожди, у нас появилась настоящая новая раса микрофон-мены! Они, походу, договорились вместе с камераменами сражаться вместе. Это, конечно, хорошо. И теперь они сразу же создали новеньких титанов. Офигеть! Это титан камера-микрофон-мен. Йок, Макарёк, мы, конечно, такого еще ни разу не видели. Но я думаю, то, что этот чувак будет капец какой могущественный. Ага, а еще у нас снова пришла девушка с кибиди-туалет. А она такая прикольная. Че, блин, прикольного? Ты на нее посмотри, она вообще жучара. Ага. Мне ее тоже на самом деле немножко жалко. Нет, Борис, мне скибидистов вообще нифига не жалко. Мне кажется, что их всех нужно уничтожить. Ха-ха, ну давай посмотрим, у вас все равно нифига не выйдет. Да-да-да, Сёма, мы сейчас, конечно же, все посмотрим, как наш вот этот вот новенький титан ваших скибидишников всех просто вынесет. Ой-ой-ой. Походу, эта девчонка немножко испугалась. Да, она себя точно очень плохо чувствует. Стоп, что она задумала? Кубик, кажется, у нее в голове появился какой-то гениальный план. А, да? Ну ладно. Все равно он не сработает, потому что ее взорвали. Ну все, настала эпоха наших камераменов. Теперь наши агенты точно выиграют! Для начала только нужно избавиться от этого нового титана скибидистов! И я думаю то, что прямо сейчас мы, конечно, это сделаем! Блин, Кубик!
Ты чё, реально в это поверил? Он же сейчас ваших агентов всех размотает! Ёлок-макарёк, с помощью своей этой кислоты он реально уничтожил камерамена! Это было очень обидно. Но ничего страшного, ведь у нас есть ещё ТВ-вумен Титан! Да, она, конечно, маловато по сравнению с тем гигантским титаном скибидистом, но я думаю, то, что она всё равно капец какая могущественная. Ага, и наши камерамены-учёные не дремлют, они сейчас выпускают нового босса! Чего, блин? Это еще кто нафиг такой? Мне кажется, что этот чувак будет точно намного имбовее, чем все скибидисты вместе взятые! Ну, Кубик, это ты, конечно, немного ошибся! Ага, это мы сейчас посмотрим! Так, смотри, новенький Титан-камера-микрофон-мен уже готов сражаться с этим туалетом! Но к нему пришла подмога! Ё-моё, а чё у неё с глазами? Да уж, кажется, их просто проткнули. Да, она же теперь ничего не видит, а это значит, у нас есть шансы их размотать. И мне на самом деле кажется, капец, какие огромные шансы. Так, стоп, а что они сейчас делают? Опа-на, а это скибиди-туалет, спецназовец из КСК. Блин, а такого я вижу впервые. Ага, до этого мы раньше реально таких чуваков еще не встречали. Но с туалетами сейчас нужно поскорее разобраться. Не, Кубик, сори, но не получится. У меня на это есть немножко другие планы. Окей, тогда все твои планы мы сейчас, конечно же, размотаем. Так, этот чувак, походу, немного очнулся. Но это ненадолго. Мы сейчас всех, конечно же, добьем. Молодец, Титан! Офигеть, он его просто втоптал в стенку. Этому чуваку точно было очень больно, и больше его никто не восстановит. Ну, не знаю, это мы еще посмотрим. Сейчас мы нашего чувака немного усилим. Только там, кажется, поднимается подкрепление. Ага, наше подкрепление, новый скибидист. Чего, блин, я думал, что это будет наш новый Титан. Но, кажется, мы немного ошиблись. О нет, это же маленькие вирусы! Ага, и они сейчас просто заразят абсолютно всех ваших агентов! Это бомба замедленного действия! Чувак, Макарёк, я не понимаю, почему в этой мультивселенной скибидисты реально такие крутые? И мне кажется, что у них есть все шансы размотать наших агентов! Конечно, Кубик, я же всегда говорил, что скибидисты вообще красавчики! А вы вообще поняли, что это за туалет? Не-а, я вообще нифига не понял! Стоп, это что, самый настоящий скибиди-ученый? А почему он здесь выглядит как-то немного по-другому? Кубик, это его молодая, более обновленная версия. Ага, это я понял. А еще я понял то, что эти скибидисты украли технологию наших ТВ-менов. Они что, теперь тоже умеют телепортировать к себе предметы? Блин, да они реально какие-то крутые. Борис, не переживай, нужно просто это немного перетерпеть, и я думаю то, что наши агенты все равно их размотают. Не, Кубик, мне кажется, что здесь уже без шансов. Вы, конечно же, все продуете. Ага, на это мы посмотрим. Мы пока что проиграли битву, но не проиграли войну. Ну не знаю, мне кажется, вы уже и войну продули, и вообще вы все проиграли. Срочно поставь лайк на это видео, если ты думаешь, что агенты должны затащить. Да, и это даже не обсуждается. Нужно набрать 10 тысяч лайков. Мне кажется, что сейчас мы это сможем сделать вообще без проблем, потому что нам точно нужна помощь. Ожидание следующей команды. Стоп, я не понял, а что это за ожидание такое? Кубик, просто нужно ввести следующую команду, чтобы заспавнить еще одного новенького чубчика. Так, подожди, там только что была какая-то надпись. Я вообще нифига не понимаю, что здесь происходит. Кубик, что ты не понимаешь? Он просто нажимает на кнопку, и зрители тоже нажмите на кнопку подписаться. Я думаю, что это нужно прямо сейчас сделать. А, подожди, он активировал какую-то супер функцию у этого Титана. Это что, блин, еще нафиг такое? Кубик, это что за фигня? Сейчас даже я ничего не понял. Офигеть. Кажется, он просто немного прокачался и сейчас точно всех ваших туалетов размотает. Блин, а это мне уже начинает нравиться. Конечно, ведь наш чувак просто стал могущественнее в миллионы раз. И сейчас он точно круче, чем все скибидисты. Ну, я, конечно, в этом не уверен. Нужно бы это немного уточнить. Ёк-бакарёк, еще один новый скибиди-туалет. Раньше мы такого еще не видели. И вообще больше никогда не увидишь. Понял, да? А это ты правильно подметил, потому что мы их сейчас всех просто уничтожим. Офигеть, ты посмотри, вокруг него просто летают какие-то частицы. И наш
старый титан не забыл поставить лайкосик? Конечно, ведь все самые крутые чуваки точно ставят лайки. Если что, про подписчиков тоже имею в виду. Окей, но мне кажется, что война еще не перевернута, и наши скибинисты все равно намного сильнее. Сёма, я тебя, конечно, расстраивать не хочу, но мне кажется, что ты ошибаешься. Сильнее нашего титана у вас точно не появится никогда оружий! Это ты, Борис, правильно подметил! Они просто умерли от того, что титан взлетел! Чего, блин? А это как вообще возможно? Походу, он просто запустил какую-то смертоносную волну! Ёк, Макарёк, это чё сейчас только что было? Офигеть! Даже я немножко ослеп, но это было эпично! Блинский блин! Да чё это нафиг такое было? А это, Сёма, как ты и говорил, война немножко перевернулась теперь на нашу сторону! Да, мы просто вырвали бошку у этого скибиниста! И теперь так будет с каждым! Наконец-то все камерамены выходят вперед! Осталось только вылечить всех спикеров, которые до этого были заражены! Но я думаю, что у вас этого просто так не получится! Да, согласен, это будет непросто! Но у нас точно получится! Ёк-макарёк, это чё ещё за база скибинистов? Кубик, это наши секретные разговоры! Я не понял, вы чё подслушиваете? Да блинский блин, я все равно нифига не понимаю, там на английском все написано! Так, они обсуждают какой-то, походу, следующий план! Да, Кубик, но вы, если что, этого знать не должны! А вот нифига подобного! Мы, конечно же, его сейчас посмотрим! Стоп, они чё, хотят создать целую империю? Ага, мы должны отомстить за нашего предводителя Джимена! Ёк-макарёк, здесь чё, все настолько серьезно? Я даже не представляю, что будет дальше. Бобик, мне кажется, сейчас будет вообще какой-то супер-эпик. Ёк-макарёк, реально, империя скибиди-туалетов я точно не ожидал. И мы не должны допустить, чтобы она была создана. Сори, Кубик, но уже поздняк метаться. Наша империя создается прямо сейчас. Процесс уже запущен. Я думаю, что мы его можем, конечно же, в любую секунду приостановить, но нам нужно действовать прямо сейчас. А без тебя мы точно не справимся. Нам нужна твоя помощь. Срочно поставь лайк, подпишись на канал и глянь следующий видосик. И тогда мы уничтожим этих скибинистов.